Добрый день, друзья. Значит, буду показывать, как работают эти садовые секаторы. Вот сегодня купил на этого сухой сучок. Мы будем проверять, как режет. Значит, посмотрите. Без особого усилия. Так слегка нагрузка, да и все. Давай сюда еще. Вот, видели? Практически сухой сучок. Главное, чтобы все поняли. Думаю, уже поняли. Идет через, типа как редуктор. Тут уже меняется вот нажатие. Вот, и получается при легкой нажатии сюда идет большая нагрузка. И очень легко режет. Есть и обычные без этого, по прямой. Но я выбрал именно это, так чтобы сильно усилий не дать. И то целый месяц буду калывать на участке. Все-таки рука, а не железо. Удачной и теплой весны вам, друзья. У нас весь процесс идет полным ходом. Скорее и вам весенние работы. Удачи всем и теплой погоды всем. Лозаврон.ру